Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 7. Урок 16. С одного поля собрали А мешков картошки. Со второго на Б мешков больше, чем с первого. А с третьего поля на С мешков меньше, чем с первого. Сколько мешков картошки собрали со всех трех полей? Составь выражение и найди его значение при данных числовых значениях А. Составим выражение А. Количество мешков картошки с первого поля. А плюс Б – количество мешков со второго поля, так как на Б мешков больше, чем с первого. И А минус С с третьего поля – количество мешков на С меньше, чем с первого. Найдем, сколько же мешков картошки собрали со всех трех полей. Если с первого собрали 685, значение B у нас равно 2, а значение C 56. Подставим данные числовые значения в наше выражение. Получим 685 плюс 685 плюс 2 и 685 минус 56 плюс с третьего поля. Получается 685 плюс 687 и плюс 629. 1372 количество картошки с двух полей плюс 629 плюс третье поле. Итого 2001 мешок. Ответ. 2001 мешок картошки собрали с трех полей. У вас возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.